Ей всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Angry Creeper, Стинги Моти, Чебузарик, Фербер, Джиггернаут. Пацаны, поздоровайтесь! Всем привет! Всем хаю, ребятки! Вышли крутые NPC с игры Закулисье. Сейчас будем на них делать обзор, выживать, веселиться и орать. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем обзор на крутых NPC. Погнали! Скажу так, что у этих NPC 5 звездочек. Я буду вселяться и показать, что они умеют, потому что здесь очень круто все сделано. Смотрите, пацаны, что я могу. Я могу стрелять все мимо. Это раз. Я могу ложить мины. Смотрите. Воу, эффекты офигенно. А ну-ка. Ребята, очень круто сделано. Так что, прямо сейчас, кто смотрит ролик, быстренько поставьте лайк, подпишитесь, я буду очень вам благодарен. И с каждым лайком все веселее и веселее ролики выходят. Так, что я еще могу? Я могу вложить вот такую вот мину, смотрите. Это даже не мина, это капкан для людей. Ну давай. Ву, вы видели? Идет кровоток сначала, а потом убивает. Давайте для эксперимента посмотрим, я могу еще один положить? А, у меня их два? А ну еще раз, если можно. Всего два. Ха-ха, прикольно, потом сразу убирает. Так, одноразовый. А ну давайте попробуем еще раз этот большой. Так. Ого, моментальная смерть. А могу еще один? Получается, этот NPC ставит очень крутые ловушки, но всего по две штуки. Так, давайте попробую теперь вас убить. Хоть кого-то. А, я могу от первого лица делать, да. Патроны у него, согласитесь, вообще ни о чем. Ну что, давайте, мочите меня. А вот еще один, значит, много у него этих ловушек. А, так у него жизни мало, он такой конченый щенок. Да ты попался на мои ловушки. Так, ну что, следующий у нас серия Force 7. Так, что он может? Так, ловушечка. Не видел. Воу, вы видели, какая ловушка? А, еще? А, я вот так вот он ставит. Так, прикольно, умираете вы, мне нравится. Че, никого не убило, что ли? А, не убило. Есть. Блин, да я их могу ставить сколько угодно. Это бесконечные ловушки. Это очень круто. Так, хорошо, хорошо. Что я могу еще на G? Так, большая есть. А, какие еще? А, ну, R. Так, перезарядка есть. F. Так, все, больше ничего не могу. E. E это выходить. Уже мощный. Да, мочите его. Ой, блин, админский пистолет случайно взял. По ошибке, извините. Так, следующий у нас Смайлер. Ну, это, наверное, самый эпичный NPC, который может быть. Во, и знаете, я чувствую какую-то мощь, когда я играю за него. Так, не убивайте, не убивайте меня, подождите. О, убей меня! Он как-то очень странно перемещается. Ого, я быстрый! О-хо-хо-хо, скорость! Флэш. Так, да, самый настоящий флэш. Так, а ну дайте задамажу кого-то. А ну подождите, на G. Я невидимый могу вставать. Только... Ну, с меня столько тумана идет, что вообще как-то ни разу не палевно, да? А ну подойди ко мне сюда кто-то. Я тебя убью. Так, двоих сразу могу убивать. Это очень круто. Так, хорошо, давайте будем мочить его. А, легче, легче. У него жизни очень много, ребята. Очень много жизни. Шар. Шар. Хорошо. Прекращайте, пацаны, потому что сейчас будет эпично. Сейчас будем против них воевать, вы не переживайте. Сейчас NPC управляется уже искусственным интеллектом. Посмотрим, что он умеет. Ничего не делает, что ли, вам? Ага, может. Уго, удар, 50 кп. Так, растяжечку поставил. На. Значит, он тоже мог ложить, получается, ловушки. Я чуть не догадался сразу. Очень слабый, очень слабый. Поэтому я, пацаны, отлетаю подальше. Дима, может он против монстров атакует? А мы сейчас узнаем это. И... Два. Да, они против него воюют. А нет, они против нас воюют. Давайте посмотрим, как пацаны будут сейчас красиво валиться. Мы тоже сейчас возьмем оружие мощное. Так, так, так. О, мое любимое. Тысячу лет уже не брал серию СМ2. Ну что, подлец? Не можешь забраться, да? Не м...
А я думал, сзади меня, они же телепортируются. Так, вся война идет там. Отлично. А, я слышу, как он здесь ходит. А ну иди сюда. Где ты, где ты, где ты? Вот он. Он палится, он палится, он черный. Видите, дым издает. Так, подожди, ну давай, чувак, выходи, иди сюда. Блин, я боюсь спускаться. Ладно, погнали. А, он застрял. Да, он застрял. Че, вы всех убили, что ли, этих или нет, челиков? О, не, вот бегает, я вижу, я вижу, я вижу. Давай, давай. Ух ты, фермер. Не надо так делать. Погнали. Ну че, я тебя буду сейчас мочить. А нет, ты меня будешь мочить. Ты че он мочит классно? Ой-ой-ой. Тихо-тихо, отходите, отходите. Побежал, побежал. Он один остался или еще есть? Так, один застрял в стене, точно вижу. Ого, ловушек здесь понаставляли они. Уже все сработали? Все сработали ловушки. Так, ну что, где ты? Подлец. О, давайте сделаем так, пацаны. Давайте, чтобы было интереснее. Сейчас я возьму этого смайлера и буду против пацанов воевать. А пацаны должны будут меня убить. Вы готовы? Да. Битва началась. Битва началась. Надо быть очень осторожным. А как он телепортировался, вы не помните? А, невидимость у меня есть. Так, отлично. Они будут по мне попадать, но так как у меня очень скорость, потому что они не смогут это сделать. Смотрите. Просто псих. Так, отлично. Кстати, эту карту я вообще не знаю. Это новая карта. Свеженькая, прям GM Construct. А меня слышно сильно, да, по карте? Так, я буду здесь, короче, чекать, засаду делать пацанам. А меня пригвождатель не берет, представляете? Тогда я убью тебя. Есть. О, нет, пригвоздилась, пригвоздилась. Да ты тварь, хорош. Блин, так надо. Пацаны, это очень жестко. А что мне делать? Да хорош, дайте как-то выйти. Блин, на пригвождатель было запретить. Ну ладно, пусть будет так. Есть, отлично. Отлично. Смайл вырвался. Беги, Димка, беги. Беги, горящая жопа Димки, да. Все, пригвождатель как-то срабатывает потихонечку. А, все, я пригвоздился опять. Да ну, пацаны, я же добрый. Миллион этих штук по мне возили. Да как я, что я за мной? Видите, что со мной? Я колбашусь. Я не могу что-то назад еще. А жизни реально много у меня. Офигеть, что они натворили. Так, понятно. А, не получилось что-то мне вас убить. Все, давайте, короче, пацаны, без пригвождателя, хорошо? Хорошо. Потому что ты, ну, нереально. Вы видели, что они наделали? Вы как придурки, как я, играете. Так, стойте, стойте, вселяюсь. Так, 3, 2, 1, 0. Погнали. О, я выселился случайно, стой. Профессиональный игрок. Гарри Смот, обращайтесь. Прыжок века. Ну что, пацаны, кого сейчас первого убьют, он будет лох. Готовы? Пацаны уже, конечно, без пригвождателя не такие деловые-то. А? О, я взрывать могу что-то? О, так у меня суперсила есть на R, смотрите. Офигеть, я не знал. Так, 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 надо спасаться. Я могу по стене бегать? Было бы классно, если бы я по стене мог бегать. А нет, как рахит дергается. Чё так долго горю? Я хочу уже потухнуть. Ох ты, пролетел снаряд такой именно пушечный. Не поймаете! Ах ты, блин, да отвали, отвали, отвали. Но! Буду мочить, буду мочить. Я могу какие-то взрывы делать, смотрите. Во, а ну могу на расстоянии стрелять? Ты что, отвали со своим оружием конченым, ты реально затрал. Так, 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 надо... А я могу потухнуть в воде? Так, это огонь в воде, да, достает меня? Так, давайте немножко
Так, они меня видят, надо как-то сюда сбежать. Ребята, давайте так, если этот ролик наберет 3000 лайков, то мы сразу запишем ролик, где мы будем играть за этого NPC, или мы их поставим, но на следующей карте за кулисье. Что за звук? Я что ж, а что я шиплю? А, вы меня убили. Тот, кто досмотрел этот ролик до конца, красавчик. Вы сейчас увидите эпик. Раз, два, три, четыре, пять. Я убегаю, пацаны, я вспомнил. Мне надо хлеба купить. Включаем искусственный интеллект. Ну что, поехали. Да будет веселье. Оружие возьмем себе. Ну, давайте возьмем попугаев дурачков. Ого, бегаю. Ого, пошло мне силово. Вот это я люблю Гаррис Мод, что здесь можно устроить все, что вы хотите. Все. Так, я пока миссик не трогаю. Ну, надо что-то уже брать, пацанов выручать. Ой-ой-ой. Ну что, взяли такую мощную винтовку. Надеюсь, она мне не поможет. Ха-ха, в это и произошло. Блин, ты что так жестко? Во. Ай, зараза. О, я знаю, раз пацаны меня смогли пригвозить, я тоже их смогу пригвозить. Я их пригвождаю, пацаны, помогаю вам. Пригвождаю. Отлично. Они пригвождаются. Отвали, тварь. А, нет, они телепортируются. Они не исчезают. Где он? Вот он. Набрасываем еще. А, тварь. Ого, они психи. Да попасть бы. Ой-ой-ой-ой-ой. У нас, как ребята, как всегда, эпические кадры. Ой-ой-ой, они взрываются потихонечку. 5 штук, это, конечно, ребята, жестко. Ну, так и должно быть. Ну, чё? Попригвождал. А теперь давайте мы их накажем. Все-таки, я думаю, админские пистолеты тут пора доставать. Где этот тварь? Ой-ой-ой, разорвало. Они-то когда умирают, такие, видели, эффекты такие, взрывы от них мощные. Ну что, ребята, как всегда, мы в конце должны затестить их на мощность и выдержку ядерного взрыва. Ну что, ядерные бомбы летят. Тестируем на ядерный взрыв. Всего-навсего 3 бомбы, небольших. Ладно, я пошутил, больших. Ну что, просрали? Эй, бомбы! А нет, нормально. Одна, вторая и третья. И три. Все по красоте. Все как вы любите. Отлично, вся карта горит. Они что, живые? Да, и урон не принес. Я знаю, потому что это пак бомб. Ну, как всегда, вы знаете, вот этот пак бомб их убьет. Небольшой, 3 штучки летит. Отходите, отходите, пожалуйста, от них. Прощайте. Живой. Ну, жизнь отнялась, да, у него? Жизни отнялись. Добиваем. В следующий раз мы будем, ребята, их тестить выстрелами мощных пушек. У нас они реально есть. Ё-моё! Отлично. Блин. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, острые мои ролики. Ещё.